Всем привет, ребята, меня зовут Руслан, это моя собака Лёля, сейчас 9 утра, и я снимаю видео, что я сегодня возьму с собой на выставку для Миши. У нас тут очень сильно метет, блин, на камере этого не видно, но так есть. Синий. Вот, это Миша в вольере, вон там вот сидит. Вот наша елка. И давайте покажу, что я с собой возьму на выставку, и, скорее всего, засниму на выставку, ну, что будет, как мы пробежим, какое у нас будет место. Я очень волнуюсь, если честно. Но это будет уже как бы отдельное видео. Давайте начнем. Первое, что я возьму, это лакомство. Но я, конечно, эту коробку брать не буду. Я их переложу вот в карман для лакомств. Вот. Потом я с собой возьму бутылку воды и миску, потому что мы там будем где-то 4-5 часов находиться. Вот так вот. Я не знаю, зачем. Ну, побудем там. Потом вот такой вот рядом как бы, сейчас как это называется, поводок, чтобы водить собаку рядом. Это очень не знаю, как она называется. Там лёда ходится. Вот. Это чтобы он ходил рядом иногда в некоторых моментах, потому что на длинном поводке его не всегда удобно водить. Так, дальше. Это такой маленький поводок черный. С которым мы будем бегать на самом ринге, так как тут это как бы Лёлин поводок, и тут есть резинка, и мне неудобно, я не могу вообще бегать с этой резинкой, поэтому я прицепляю вот этой частью к ошейнику, а вот тут вот, ну, просто вот так вот беру, руку держу, мне так удобнее, потому что я не могу, когда вот эта вот резинка растягивается, натягивается, потом опускается. Ну, блин, вчера Мишу только подстригли, и он сидит специально на снегу и ждет. Дебил. Извините. Вот, на этой полоске мы будем бегать. Дальше это вот такие пакетики для убора его любимых, шучу, ну, его делишек, если он там наделает что-нибудь. Вот. Потом, кстати, я его буду все равно выгуливать перед выставкой. Все равно надо будет взять с собой на всякий случай, так как он там лакомство будет получать. Потом вот такой вот оберег. Я видела, на многих собаках такие одеваются. Еще когда Мишу только мне подарили, я его сразу купила, вот этот вот оберег. Один на выставке. Потом пуходерка. Нам сказал грумер ее сегодня взять, она будет на выставке, и причешет его, потому что его надо было, как правило, держать в сухом месте до выставки. Ну, после груминга и до выставки. То есть с вечера до сегодняшнего дня. Вот, но мы не можем, так как мы на террасе вот здесь вот елку установили, он бы тут все нафиг перегрыз, перевервал, в общем, это невозможно. Но мы его причешем, Ромер сказал, что-нибудь постарается сделать. Потом я взяла одно большое полотенце, это для того, чтобы его самого вытирать, потому что он весь в снегу будет. Второе полотенце, это чтобы вытирать ему слюни, говорят, что у ньюфаундлендов это сильно, ну, как бы... Судьям это не нравится, то, что у них слюни, когда на выставке, в общем, и надо их вытирать. Потом беру с собой удавку, ну, самая обычная Мишина удавка, вот она. Потом плед, это чтобы он на этом лежал во время, когда уже там, ну, будем 4-5 часов, не всегда же она будет, собака, стоять. И чтобы он на полу не лежал, я ему взяла плед. Потом беру поводок двухметровый. Обычный, это чтобы его туда провести, держать, и, ну, до ринга и после, потому что на ринговке невозможно, чтобы будет его. Потом ошейник взял на всякий случай, чтобы, ну, вдруг с ринговкой ничего не случилось, что, потому что там собаки, на всякий случай взяла. И вот сейчас вот сумка для лакомства, здесь вот будет лакомство, я буду бегать по рингу, и здесь лакомство у меня было. Также водилка, но это на всякий тоже случай. Вдруг что с вот этим поводком произойдет, мне с ней не очень удобно бегать, потому что она очень тонкая. В общем, вот так вот. И, конечно же, документы сами, ну, Мишины. Вот. И это все. И я постараюсь сейчас вставить видео, фотографию, как Миша стоит в стойке. Вот. И, может быть, постараюсь заснять, как мы будем на выставке. Точно скажу, какое у нас место, но... именно как мы на выставку будем, это не точно, потому что я буду бежать, и я буду с дедушкой, родители на работе, так не могут пойти, вот. А сможет ли дедушка снять это на видео, я не знаю, я его попытаюсь научить. В общем, и если вам это видео понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал, всем пока.